От создателей «Все как есть» и «Места знать надо». Новый проект «Мира Белогорья». Реальность. Мы видим ее каждый день, но надо вглядеться, чтобы заметить детали. Многие думают, рассуждают о смерти, но когда эта проблема становится на пороге, то не все готовы это восприять. А что, сидеть легче вам? Белгородская область, Томаровская районная больница, паллиативное отделение. Заповеди, что паллиативной, что хосписной помощи, они одинаковые. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Они говорили, верьте в чудо. Мы верили и верим. Здесь вот ставят на ноги. Здесь реальная помощь. Я просто вижу. Сколько человеку осталось жить, это никто не знает и никто не скажет. А если честно, я не боюсь смерти уже. Смотрите на телеканале «Мир Белогорья» во вторник, 26 января в 20:00. В реальном времени паллиативная помощь.